Анатолий Стряпченко не претендует на профессиональный уровень. Он художник-любитель. Тем не менее, автор достиг в этой сфере больших успехов. Его творчество самобытно и атмосферно. Родился в Мстиславле, затем долгое время жил в Минске. По образованию преподаватель физического воспитания. Но к искусству тянулся с детства. Его отец хорошо рисовал. И сын любил наблюдать за этим процессом. В спорте я мало пробыл. Вот. Как-то, ну, сложилось так по жизни, что занимался другими вопросами. Я работал на заводе электронно-вычислительных машин, вот, и мне приходилось очень много ездить по бывшему Советскому Союзу. Вот оттуда и эти все мои произведения на холстах. На персональной выставке Анатолий Владимирович представил около 50 масляных работ, на которых реки, горы, люди, птицы и животные. Это тематические композиции, пейзажи, натюрморты. Все картины проникнуты любовью к жизни и трепетным отношением к окружающему миру. Я вообще жизнерадостный человек. Люблю природу, люблю живность. В общем-то, по-человечески люблю жизнь во всех отношениях. Поэтому я так и назвал ее. Сегодня живопись полностью поглотила автора экспозиции «Я люблю тебя, жизнь». По его признанию, взяться за кисть может даже ночью. Красками он пишет около 20 лет. Первая работа маслом написана в 2000 году и называется «Дача». Очень многие хотят рисовать, но они стесняются. Им кажется, что они не умеют, у них ничего не получится. Но Анатолий Владимирович перешел этот барьер. Это нужна очень большая смелость и еще большее желание творить. Анатолий Стряпченко планирует повышать свой творческий уровень и развиваться в искусстве. С работами автора можно познакомиться в выставочном зале Бобруйского художественного музея на протяжении месяца. Людмила Любимцева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.